твит журналистки Нью-Йорк Таймс Мэгги Хаберман о беседах Дональда Трампа со своим окружением о возвращении в Белый дом процитировали около пяти тысяч раз, в том числе основные американские медиа. Позднее издание Daily Beast сообщило, источником этой информации стал близкий к бывшему главе государства бизнесмен Майк Линдл. Если Трамп говорит об августе, это потому, что он, вероятно, услышал, что я неоднократно говорил об этом публично. Я надеюсь, что Дональд Трамп вернется, что все доказательства будут обнародованы к концу августа. Но я не знаю, вернется ли он в течение этого месяца. Я стал говорить об августе около четырех недель назад. Это моя оценка. Я говорил с моими юристами, которые сказали, что им будет что дать нам для того, чтобы мы отнесли это в Верховный суд к июлю. Таким образом, я надеюсь, это означает, что Дональд Трамп вернется в Белый дом к августу. Я думаю, шансы какого-либо возвращения Трампа в Белый дом в августе равны нулю. Но я рад, что его сторонники решили воспользоваться официальными каналами, чтобы изменить вещи, которые они считают незаконными. Например, результаты выборов. Но если серьезно, то я сомневаюсь, что они чего-то добьются. Палата представителей подтвердила результаты выборов. Этот процесс закреплен в Конституции, все законно. Суды это тоже часть Конституции. У сторонников Трампа есть право обжалования. Впрочем, я не думаю, что у него есть шансы что-то изменить. Подобные заявления о возвращении 45-го президента к руководству страной совпадают с идеями, озвученными сторонниками теории заговора QAnon. Они неоднократно распространяли неподкрепленные доказательствами заявления о краже голосов в поддержку Трампа на выборах 2020 года, заговоре против него коллегии выборщиков, а также его восстановлении в качестве главы государства то в феврале, то в марте, а теперь в августе 2021 года. Линдл заявлял о сценариях возвращения Трампа в рамках подкаста, автором которого является Стив Беннон, праворадикальный политик, бывший чиновник Белого дома, в отношении которого ведется расследование о мошенническом сборе средств, якобы для строительства стены с Мексикой. Сидни Паул, юрист и сторонница Трампа, делала аналогичные заявления на конференции сторонников QAnon в минувшие выходные в Техасском Далласе. Кроме Паул, в ней принял участие и бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, отставной генерал Майкл Флинн. Отвечая на вопрос участника о возможности военного переворота в США по образу того, что произошел в Мьянме, Флинн сообщил, что, дескать, нет причин, по которым подобный сценарий невозможен в США. Я простой морской пехотинец и хочу знать, почему то, что произошло в Мьянме, не может произойти здесь. Нет причины, почему это не может произойти. Я имею в виду, это может произойти здесь. Затем Флинн заявил, что его слова были якобы выдернуты из контекста, и он не поддерживал идею военного переворота. Майк Флинн агитировал в поддержку военного переворота, чтобы избавиться от незаконного президента. Затем сказал, что ничего подобного не говорил, и тут же заявил, что нынешний президент нелегитимен. В то же время многие наблюдатели отмечают, бывшие соратники Трампа и руководители его избирательных кампаний в разные периоды времени объединяются в зарегистрированные политические и юридические организации. Так, Стивен Миллер, бывший советник Трампа и бывший руководитель администрации Марк Медус, объединили свои усилия, создав организацию «America First Legal». Она занимается юридической защитой наследия Трампа и обещает бороться с левыми настроениями, разрушающими страну. Ларри Кадлу, бывший советник по экономическим вопросам Трампа, вошел в организацию America First Policy Institute. Ее заявленная цель – исследовать и развивать возможные направления, сфокусированные на поддержке американских рабочих. Кроме Кадлу, организацию также консультируют Джаред Кушнер и Иван Трамп. Бывший руководитель штаба Трампа Кори Левандовский организовал группу под названием «Америка. Дай сейчас сдачи». Она собирает средства для битвы с демократами и свержения республиканцев-диссидентов, как, например, конгрессумен Лис Чейни. В США существуют группы, которым можно жертвовать средства для проведения кампаний, и это довольно распространенная практика и для правых, и для левых. Но то, что стоило бы обсудить в этой связи, так это зарплаты руководства подобных организаций, которые используют настроение в массах и зарабатывают на этом деньги. Зарплаты руководителей подобных компаний огромны, сотни тысяч долларов в год, ближе к миллиону. Они получают такие деньги, потому что нашли свой сегмент населения, людей, которые верят в определенные теории заговора, например. Таким образом, обращаясь к этим людям, они говорят, что понимают их, знают, как именно сражаться за то, во что они верят. И это позволяет им собирать миллионы, в том числе и для себя. Подобные организации внутри партии пользуются большой властью, потому что контролируют активы и обладают большим влиянием во время выборов. Деятельность вчерашних чиновников ярко иллюстрирует настроение в руководстве республиканской партии. Согласно исследованию, обнародованному накануне компания PRRI, 23% опрошенных республиканцев верят в теории заговора, подобные тем, что продвигает Кьюнон. Наталка Песня, Дана Преображенская. В настоящее время. Вашингтон.